Hello, Tina, you can hear me well now? I can. So we can start. Okay, perfect. So, good evening or morning for myself. Или доброе утро с моей стороны. My name is Tina D'Angelo. I'm a corporate director here in the USA and also a Summer Academy 2021 survivor. Меня зовут Тина Д'Анджело, я корпоративный директор в США, а также участник летней академии 2021. I ate lots of delicious bugs. Yum. Я съела большое количество вкусных жуков. Это было вкусно. I live in Las Vegas, Nevada. Я живу в Лас-Вегасе, штат Невада. I'm married and have four beautiful children, ages 22, 18, 14, and 5. И у меня четыре красивых, замечательных ребенка возрастом 22, 18, 14 и 5 лет. I'm a very busy mom. Я очень занятая мама. I have two medical degrees, specializing in imaging and the human anatomy and physiology. И у меня два медицинских образования со специализацией в рентгенологии, человеческой анатомии и физиологии. I still work in a hospital setting with 22 years experience. И у меня, я до сих пор работаю в больнице, и у меня опыт 22 года. I was a top seller in a previous premium skincare company here in the USA. И я была топ-продавцом в моей предыдущей компании, которая занималась косметикой по уходу за кожей. Good quality, innovative skincare with proven results is important to me. И для меня очень важно иметь косметику хорошего качества по уходу за кожей с отличными результатами. And I believe I found the best in the world right here with APL Geo. Я думаю, что я нашла самое лучшее здесь, в компании APL Go. Health, wellness and beauty are some of my top priorities. Красота, wellness и здоровье – это мои самые главные приоритеты. Nobody likes to feel or look older. Никто не хочет чувствовать себя или выглядеть старше. I love to help my friends and family feel better and look younger and share my expertise when I can. И мне нравится делиться со своими друзьями, со своей семьей тем, как выглядеть лучше, как выглядеть моложе и делиться своим опытом, когда у меня есть такая возможность. In fact, I celebrated 46 years yesterday. Happy birthday to me. И по правде говоря, вчера мне исполнилось 46 лет. С днем рождения меня. Thank you, Olga, the international corporate team, and my entire APL Geo family for giving me this incredible opportunity and experience. И спасибо большое, Ольга, и вся международная компания, и команда, вся команда APL GO, семья APL GO за предоставление мне такого невероятного опыта, такой невероятной возможности делиться. To share some of my knowledge and represent the USA market. It's truly an honor and privilege. Делиться тем опытом, который у меня есть, и представлять рынок США, для меня это большая честь и привилегия. Today I'm going to be talking about how to market and share our luxurious beauty skincare line. И сегодня мы поговорим о том, как продавать и как делиться люксовой косметикой по уходу за кожей beauty. I'm really excited about this topic. Let's begin. И я очень взволнована этим. Давайте начнем. In today's world, the leading way people shop is through social media platforms. Сегодня ведущий способ покупки и продажи продукции через социальные сети. Social sharing has become almost necessary if you have a business
that has a product to offer. И социальный обмен стал практически необходимым. И если у вас есть бизнес, который может предложить свой продукт, platforms like Facebook, Instagram, and TikTok are where most people turn to. Можно использовать такие платформы, как Facebook, Instagram, TikTok. Это самые частые, к которым обращаются люди. They shop from people they follow, who they trust, who they build a relationship with, and what catches their attention. Люди покупают у тех, с кем они знакомы, за кем они следят, кому они доверяют, с кем у них есть какие-то дружеские отношения, и у тех, кто привлекает внимание. And the great thing about social sharing is a lot can be done for free or very low cost to your business. И самое занимательное в социальных сетях то, что многое можно сделать бесплатно или с минимальными тратами для вашего бизнеса. Our beauty line is one of the most beautifully packaged products I've ever seen. Наша серия Beauty – одна из самых красивых упаковок из тех, которых когда-либо я видела. They are very attractive and market very well. Они очень привлекательны и отлично продаются. From the quality glass bottles, beautiful paper packaging, and the eye-catching colors. Упаковка из высококачественного стекла, красивая бумажная упаковка и также привлекающие яркие внимание цвета. Use your personal and business social accounts to share them. Используйте свои личные и бизнес-аккаунты для того, чтобы делиться этим. We have beautifully made company graphics to market with. У нас прекрасно подготовленная графика от компании для продвижения продукции. Show the products in the background of your day-to-day life. Покажите продукт на заднем фоне вашей ежедневной жизни. Используйте это. Create a lifestyle around the beauty products. Создайте свой образ жизни вокруг косметической нашей линии. Show pictures of yourself holding the bottles and using different pieces. Покажите свои фотографии с упаковкой в руке. Используйте различные предметы. Make fun, trendy videos by learning and utilizing TikTok and Instagram reels. Снимайте веселые модные видеоролики, используя TikTok или Reels в Instagram. Also, don't limit yourself to one social platform. Но не ограничивайтесь одной социальной сетью. You can share the same thing over multiple platforms. Вы можете делиться одними и теми же вещами, но на нескольких платформах. So pick your top two or three markets and stick with those to build a following. Поэтому выберите 2 или 3 лучших рынка и придерживайтесь их, чтобы привлечь, создать свою аудиторию. By knowing your audience, you'll be able to target who is most interested in our skincare line. Зная свою аудиторию, вы сможете определить, кто больше всего заинтересован в нашей линии по уходу за кожей. Everyone has skin. У всех есть кожа. Men can and should love our beauty line. Мужчины могут и должны использовать и любить нашу косметику. But women will be of particular interest. Но больше всего нас интересуют женщины. After the age of 25, our skin starts to show signs of aging. После 25 лет наша кожа начинает проявлять первые признаки старения. Taking care of our natural beauty now and being preventative is as important as repairing and correcting the signs of aging. Поэтому забота о нашей естественной красоте и профилактика также важны, как и устранение и коррекция первых признаков старения.
Your audience will be mainly women who love cosmetics. А ваша аудитория будут в основном женщины, которые любят косметику. Anything beauty related. И все, что связано с красотой. Love trying something new and innovative. Женщины любят пробовать что-то новое и инновационное. Have a particular skin issue they need a solution for. И имея какую-либо конкретную проблему с кожей, которая требует решения. Looking for safe yet effective products. Женщины ищут безопасные, но эффективные продукты. They can see and feel the difference, but also feel good knowing they are using the best natural ingredients for their skin. Эффективные продукты, от которых они смогут увидеть и почувствовать разницу, но при этом чувствовать себя хорошо, зная, что они используют лучшие натуральные ингредиенты для своей кожи. While you are out there sharing, пока вы делитесь своей информацией, be thoughtful and sensitive. Share words of positivity and inspiration. Будьте внимательны и будьте чуткими, делясь позитивными и вдохновляющими словами. Many families are coping with the pandemic and the unfortunate world division right now. Сегодня многие семьи справляются с последствиями пандемии и разделением мира. We will get into this a little more later, but by sharing your personal stories of how you're adjusting to these uncomfortable lifestyle changes. Мы поговорим об этом чуть позже, но делясь личными историями о том, как вы приспосабливаетесь к этим неприятным изменениям в образе жизни. Managing stress. Справляясь со стрессом. Adjusting to life, working and staying at home. Приспосабливаясь к жизни на работе, к работе из дома. You are offering up a sense of community and yourself as a helpful resource and a source of support. Вы предлагаете чувство общности и себя в качестве полезного ресурса и источника поддержки. This is an opportunity to take time for self-care. И это возможность позаботиться о себе. And to encourage your audience to take time for themselves as well. Продвигать нашу линию красоты как часть вашего ухода за собой. There are many ways to pique interest by using social teaser tips. Сейчас существует большое количество способов вызвать интерес, используя социальные затравки. With your posts and content, keep it simple and mysterious. В своих постах и в своем контенте делайте их простыми, загадочными. Keep them wondering. Заставьте людей задаваться вопросом. Use short captions with interesting pictures, graphics, trending videos and music. Используйте короткие заголовки, используйте интересные картинки, графику, используйте популярные видеоролики и музыку. Remind your audience to check back, because something big is coming. Напоминайте своей аудитории возвращаться к вам, потому что что-то большое ждет впереди. Generate excitement, urgency and engagement by using a call to action in your posts. Создайте интерес, создайте срочность и вовлеченность, используя призыв к действию в своих сообщениях и постах. Here are some call to action strategies you can use. И вот несколько стратегий призыва к действию, которые вы можете использовать. Issue a challenge. Запустите вызов, запустите челлендж. If I can get so many shares or new followers, I'll do a giveaway. Например, если вы поделитесь этой новостью или привлечете большое количество подписчиков, тогда я устрою розыгрыш. Create a sense
of urgency. Создайте ощущение срочности. Timing to be first to use or market our innovative product. Сейчас то самое время, чтобы быть первым, использовать и продвигать наши инновационные продукты. Ask a fun question. Можете задать веселые вопросы. For instance, what is your favorite beauty tip? Например, какой ваш любимый совет по красоте, по уходу за собой? Or your favorite way to pamper yourself? Или какой ваш любимый способ побаловать себя? Would you rather be envied for your perfect skin or your perfect hair? Вы бы предпочли, чтобы вам завидовали за вашу идеальную кожу или за ваши идеальные волосы? There are so many fun questions to ask. Есть большое количество интересных вопросов, которые вы можете задать. Inspire to give. Вдохновляйте людей на отдачу. Donate a portion of your personal commissions from sales to give back to your favorite cause for charity. Вы также можете жертвовать часть своих комиссионных выплат от продаж на любимое дело или на благотворительность. Play a fun guessing game. Сыграйте в веселые игры на угадание. Promote yourself and highlight other APL team members in your organization. Продвигайте себя и других членов вашей команды APL Go. Have fun playing around. See what excites your followers and what creates the most engagement. Веселитесь и определите, что вызывает восторг у ваших подписчиков. The social media algorithms will prioritize showing your posts more. Алгоритмы социальных сетей таким образом будут уделять больше внимания показу ваших постов и сообщений. Always be authentic to you. Всегда будьте верны самому себе. Personality traits that show through. Черты личности, которые вы проявляете, показываете. It's one element of a personal style or appearance that only you have. Это один из элементов вашего личного стиля и вашего внешнего вида. It's an important part of your personal story. Это важная часть вашей личной истории. People want to know about your life, and maybe there is something that is relatable to them. Люди хотят знать о вашей жизни, и, возможно, в ней есть что-то, что откликнется им. Before using the beauty skincare line, or if you haven't already, перед использованием косметической линии по уходу за кожей, если вы еще этого не сделали, it's always a good idea to take before pictures and continue to take after pictures during your journey and over time. Важно, всегда полезно сделать фотографии до и продолжать делать фотографии после. It's true what they say. По правде говоря, a picture is worth a thousand words. Не зря говорят, фотография стоит тысячи слов. Nothing sells or catches someone's attention more than results people can see. Ничто так не продает и ничто так не привлекает внимание, как результаты, которые люди могут увидеть. It's important the pictures portray authentic. Важно, чтобы на фотографиях были изображены подлинные, настоящие результаты, без преувеличений. You want to be believable and build that rapport. Вы хотите, чтобы вам доверяли, чтобы у вашей аудитории было к вам доверие. Most likely this will be over a certain period. Like 30, 60, 90 days. Скорее всего, это займет, и изменения будут происходить в течение определенного периода времени, 30, 60, 90 или даже до года. Because it does take time. Потому что для того, чтобы увидеть изменения, требуется время. How to take a good before and after picture. Вот несколько подсказок того, как сделать хорошую фотографию до и после.
Remember, consistency is always key. Помните, что последовательность это всегда является всегда ключом в момент съемки. You should have a bare face, no makeup or cosmetics. У вас должно быть чистое лицо, никакого макияжа, никакой косметики на нем. Your hair should be tied away from your face. Волосы должны быть убраны от лица. No earrings or jewelry to distract from the image. Никаких сережек или украшений, отвлекающих от образа. The before and after picture should be taken using the exact same background. Фотографии до и после должны быть сделаны на одном и том же фоне. Use natural lighting, like a window behind you or near a natural source of indirect sunlight. Используйте естественное освещение. Например, окно, которое будет находиться позади вас, или источник естественного солнечного света. This will help show all the imperfections. Это поможет четко показать все недостатки. Your pose, expression, and composition should be the same as the after picture. Ваша поза, выражение лица и композиция должны быть такими же, как и на фотографии после. I suggest taking three different poses. Я рекомендую принять три разные позы. A profile from the front. Фотографию в профиль. And both side profiles. И два кадра с каждой стороны, с правой и с левой. Then taking those pictures again. Затем снова сделайте эти фотографии. Over the suggested periods of time, and you will see progression and results. В течение предложенных, упомянутых выше промежутков времени, и тогда вы увидите прогресс и результаты. As you share, your followers will become believers, and they will want to use what you're using. По мере того, как вы будете делиться этой информацией, ваши подписчики поверят вам и захотят использовать то, что используете вы. Having a good before and after or sharing someone else's results is a powerful marketing tool. Наличие хороших результатов с таким доказательством фотографии, как до и после, или обмен чужими результатами, это отличный маркетинговый инструмент. A big part of using social marketing along with starting and continuing the conversation is sharing your story. Важной частью использования социального продвижения, социального маркетинга, наряду с продолжением разговора с вашими подписчиками, это обмен, рассказ вашей истории. Your friends and family don't only want to be educated on our beautiful luxurious skincare. Ваши друзья и семья хотят не только получить информацию о роскошном уходе за кожей, but they also want to know more about you and how that relates to them. Но они также хотят узнать больше о вас и о том, как это связано с вами. Here are some questions to ponder. И вот несколько вопросов для размышления. What was going on in your life before you became part of APLGO? Что происходило в вашей жизни до того, как вы стали частью семьи APLGO? How has your life and beauty health changed? Как изменилась ваша жизнь и ваша красота? Maybe you have a personal, powerful skincare story. Может быть, у вас есть сильная история по уходу за кожей? Something you personally struggled with or wanted to improve on. Например, с чем-то вы лично боролись или хотели что-то улучшить? Like dull, uneven skin tone. Например, тусклый, неровный тон кожи. Loose, saggy skin. Дряблая, обвисшая кожа. Wrinkles. Морщины. Dry or oily texture. Сухая или жирная кожа. Enlarged pores. Расширенные поры. Skin sensitivities, etc. Чувствительная кожа или что-то в этом роде. What products were you using before or not using before you found beauty? Какую продукцию использовали вы до того, как нашли линейку Beauty? What beauty pieces do you currently use and love the most? Какими косметическими средствами вы пользуетесь сейчас? И какие из них любите больше всего?
What is the difference and the results you're getting now? Какая разница и какие результаты вы получаете сейчас? This is what people want to know. Вот что хотят знать люди. While sharing your story, don't forget to ask them questions as well. Но по мере того, как вы рассказываете свою историю, не забывайте задавать вопросы, что интересует людей. What would they like to improve on? Что бы они хотели улучшить? What solutions can you offer them? Какие решения вы можете им предложить? How does your story resonate with what they might be experiencing or looking for? Как ваша история может перекликаться с тем, что, возможно, эти люди испытывают или ищут? Build a connection and a relationship with people, so in turn they will trust you with their beauty health needs. Установите ту связь, найдите те отношения с людьми, а они, в свою очередь, доверятся вам и расскажут о своих потребностях в области красоты и здоровья. This will lead to making that purchase with you, so they can look forward to having similar experiences and results of their own. А это, в свою очередь, приведет к совершению покупки именно у вас, и они смогут надеяться на похожий опыт и на похожие результаты самостоятельно. Sampling. Образцы, пробники. Having samples to share will be one of your most powerful tools, so use them. Наличие пробников, которыми вы можете поделиться, будет одним из самых мощных инструментов, поэтому используйте их. They will be a big asset to how you market. Они будут большим подспорьем в вашем продвижении. People, in particular women, love to touch, smell, feel, and experience their cosmetics. Люди, а особенно женщины, любят трогать, нюхать, чувствовать и пробовать косметику. And beauty products before they commit. Косметические продукты, прежде чем они совершат покупку. Like at the beauty counter, women want to try before they buy. Например, в магазине, в котором продается косметика, женщины сначала хотят попробовать, прежде чем они что-то купят. And like our drops, sharing and experiencing these beautiful, perfectly thought out beauty samples will help you leverage and grow your business like nothing else. И точно так же, как наши леденцы, обмен, испытание чего-то нового, прекрасно, идеально продуманных пробников нашей косметической линии поможет вам использовать и развивать, строить свой бизнес, как ничто другое. Anyone would be very lucky to try not one, but six different beauty pieces. Любому человеку очень повезет, если ему удастся попробовать не один, а все шесть образцов косметики. It allows them to get the full experience. Это позволит им получить полный опыт of using an innovative, luxurious skincare line. Опыт использования инновационной линии по уходу за кожей за кожей класса люкс. From cleansing to intensive care, nutrition and recovery. Полный опыт от очищения до интенсивного ухода, питания и восстановления. Our beauty sample packs are one of a kind. Наши наборы пробников косметики единственные в своем роде. I've never seen anything like it in the skincare industry. Я никогда не видела ничего подобного в индустрии ухода за кожей. They will be exclusive to APLGO. Это эксклюзивно для APL GO. You will be confident in sharing with the easy instructions and information inside. Будьте уверены в том, что вы делитесь пробниками, и благодаря простым инструкциям и информации внутри они очень доступны. Add a brochure or catalog and your prospect will surely be impressed.
Добавьте брошюру или каталог, и ваши потенциальные клиенты будут впечатлены. Use the sample packs to pique interest on social media. Используйте пробники для того, чтобы вызвать интерес в социальных сетях. Do something like this. Сделайте примерно следующее. Hi friends, I'm looking for people who have never tried our innovative, safe and luxurious skincare line Beauty by APLGO. Привет, друзья! Я ищу людей, которые никогда не пробовали нашу инновационную, безопасную и роскошную линию по уходу за кожей Beauty от APLGO. I have 10 sample packs to give away. У меня есть 10 пробников для розыгрыша. All I ask in return is your feedback. И все, что я прошу взамен, это ваши отзывы. Who would like one? Кто бы хотел получить пробник? Add a picture or short video with yourself holding the sample packs. Добавьте фотографию или короткое видео, на котором вы держите в руках пробник. So they can see what they are. Таким образом, люди могут увидеть, что из себя представляет пробник. A picture like this will stop the scroll. Такого рода картинка заставит человека остановиться в пролистывании ленты. You will catch attention and get many volunteers because everyone likes to try something new for free. Вы привлечете внимание и получите много добровольцев, потому что всем нравится пробовать что-то новое, тем более если это бесплатно. Be sure to mention one or two benefits of each of the different products they will be getting in our beautiful sample pack. Не забудьте упомянуть об одном или двух преимуществах каждого из этих продуктов, которые они получат в нашей красивой упаковке в качестве пробника. You can also share samples by having a giveaway that people can enter to win or playing a fun guessing game. Также вы можете поделиться пробниками, устроив розыгрыш, в котором люди могут принять участие. Для того, чтобы выиграть их, они должны сыграть в веселую игру «Угадайку». Always be looking for ways to gain testers and offer samples during conversations. Всегда ищите способы привлечь заинтересованных людей и предлагайте пробники во время ваших разговоров. Samples are an easy way to expand your network. Пробники – это простой способ расширить вашу сеть. You have something new to try. У вас есть что-то новое, чтобы попробовать это. Direct your reach outs and follow-ups with your friends and ask if you've offered them a skincare sample yet. Обратитесь к своим друзьям, спросите, предлагали ли вы им уже пробники средств по уходу за кожей. Or if they would like to be one of the first to try it. Или они хотели бы быть первыми, кто попробует их. You can do this for current customers who haven't used or tried Beauty yet. Вы можете сделать это также для текущих ваших клиентов, которые еще не пробовали косметику. You can also leverage samples to associates in your organization as giveaways for incentives for personal performance. А также вы можете предложить пробники, образцы сотрудникам вашей команды, членам вашей команды в качестве поощрения за их личные достижения. Always carry samples in your handbag, ready to share. Всегда берите и носите с собой пробники в вашей сумочке. Будьте готовы поделиться ими. You never know when the opportunity may arise to give out a sample. Никогда не знаешь, когда может представиться возможность поделиться пробником. And always exchange details and connect with your new prospect on social platforms. И всегда обменивайтесь информацией и общайтесь с новыми потенциальными клиентами на социальных платформах. Referrals. Потенциальные клиенты. Friends love to help friends get great skin. Друзья любят помогать друг другу получать отличную, замечательную, здоровую кожу.
Ask your current customers, your friends and family, if they know someone who would love to try samples. Поспрашивайте своих нынешних клиентов, друзей, родственников, знают ли они кого-то, кто хотел бы попробовать образцы, пробники. People may not want to share themselves, but generally most people who use and love the products. Люди могут не захотеть делиться сами, но, как правило, большинство людей, especially if they are happy with the results, которые используют и особенно любят продукцию, если они довольны своими результатами, are open to sharing for you and give you referrals. Они готовы поделиться с вами и дать вам рекомендации новых потенциальных клиентов. You could send them a little message like this. Вы можете отправить им небольшое сообщение примерно такого содержания. Good morning. I was wondering if you wouldn't mind posting something on your social media page for me. Доброе утро. Я хотела бы узнать, не могли бы вы опубликовать кое-что на вашей странице в социальных сетях для меня? I have a few beauty sample packs with six of our most popular luxurious products, and I'd love to pass them out to your friends that have interest in skincare or self-care. У меня есть несколько наборов образцов косметики с шестью нашими самыми популярными роскошными продуктами, и я бы с удовольствием передала их вашим друзьям, которые интересуются уходом за собой. Everyone needs a little self-pampering these days. В наши дни всем нам нужно немного побаловать себя. If they love it as much as you do, I'm sure they would be happy to receive this little gift. И если они любят это так же, как и вы, я уверена, что они будут рады получить этот маленький подарок. Make sure to tag me, so I can see it, and I appreciate you so much. Обязательно отметьте меня, чтобы я могла увидеть это и была вам за это очень признательна. Let them post for you on their Facebook or Instagram page. Пусть люди сделают этот пост на своей странице в Facebook или в Instagram. It can be something really simple like... Это может быть что-то очень простое, как... My friend Tina said she's looking for testers to try a new luxurious and innovative clean skincare line called Beauty. Моя подруга Тина сказала, что ищет потенциальных клиентов, чтобы попробовать новую роскошную инновационную линию по уходу за кожей под названием Beauty. She has a few beauty sample packs to give away. И у нее есть несколько пробников косметики, которые она хочет отдать. The first few friends to comment will get one. First come, first serve. Первые несколько друзей, оставивших комментарий, получат по одному образцу. First come, first serve, and trust me, you'll want to try this. Кто успел, тот и успел. Поверьте мне, вы захотите попробовать это. The response you get will be very well received. А ответ, который вы получите на это сообщение, будет очень положительным. Now you will have new people to contact and to respond to. Теперь у вас будут новые люди, с которыми можно связаться и которым можно ответить. Try thinking outside the box. Попробуйте мыслить нестандартно. There's always a new approach or someone new to connect with. Всегда найдется новый способ связаться с кем-то или кто-то новый, с кем можно установить контакт. And if your customer sees the amount of response you're getting, maybe they would like to earn incredible commissions from this company and become part of your team. А если ваш клиент увидит, сколько откликов вы получаете, возможно, он хочет зарабатывать невероятные комиссионные от нашей компании и станет частью нашей команды. Events are another important part of sharing. Мероприятия – вот еще одна важная часть современного пользования. Hosting regular events is a great way to promote your APLGO business and products.
Проведение регулярных мероприятий – это отличный способ продвижения вашего бизнеса и продукции APL Go. Particularly the beauty skincare. Особенно косметических средств по уходу за кожей. You are welcoming new guests and prospects to learn more about having that powerful small group or one-on-one set. Вы приглашаете новых гостей, потенциальных клиентов, узнать больше, проводя встречу в небольшой группе или лицом к лицу, один на один. There are two types of events, in-person и существует два типа мероприятий – живую и виртуальные. Traditionally, in-person events are what we have known. Традиционно живые мероприятия – это то, о чем мы знаем, к чему мы готовы. And they're still an impactful way to share, educate, and experience the beauty products firsthand. И они по-прежнему являются эффективным способом поделиться, обучить и испытать, попробовать косметические продукты из первых рук. By being able to touch, feel, and experience the product. Таким образом, вы имеете возможность потрогать, почувствовать, попробовать продукты. Nothing replaces being able to touch, interact, and have those face-to-face conversations with human beings. Ничто не заменит возможности потрогать, пообщаться лицом к лицу с другими людьми. It provides the opportunity to connect with your guests on a different level, who are most often friends and family, and give them a tangible sense of product and community. Это дает возможность установить связь с гостями, которые чаще всего являются друзьями или членами семьи, и дать им ощутимое чувство, дать им попробовать продукцию, дать им почувствовать себя частью сообщества. But in this day and age, especially being an international company and the current state of the world. Но в наше время, особенно являясь международной компанией и при нынешнем положении дел в мире, virtual events can be as powerful. Виртуальные встречи, виртуальные мероприятия могут быть не менее эффективными. We understand many of your friends and family may not live nearby or have the opportunity to attend an in-person event. Мы прекрасно понимаем, что многие из ваших друзей или родственников могут жить не поблизости или не иметь возможности посетить живое мероприятие. Virtual events enable you to invite anyone who can't attend in person. Виртуальные мероприятия позволяют пригласить всех, кто не может присутствовать лично. They can still be interactive, fun, and extremely informative. Такие мероприятия по-прежнему могут быть интерактивными, веселыми и чрезвычайно информативными. You could mail out samples to your guests who are coming beforehand and have fun trying them together. Вы можете заранее разослать образцы продукции гостям, которые придут на мероприятие, и весело провести время, пробуя их вместе. You can still educate with informative slides, play games and do giveaways. Вы также можете обучать, проводить обучение с помощью информативных слайдов, играть в игры, устраивать розыгрыши. What's most important is that people gather, see each other's faces and have a sense of community, laughter and fun. Самое главное, чтобы люди собрались, увидели лица друг друга, почувствовали общность, смех и веселье. The upside to upsell. Положительная сторона увеличения продаж. Don't forget to take the opportunity to make suggestions to maximize results. Не забудьте воспользоваться возможностью сделать предложение для достижения максимальных результатов. Maybe you have beauty product users who aren't using the entire skincare regimen. Может быть, у вас есть кто-то, кто пользуется косметическими средствами, но который не использует весь комплекс по уходу за кожей. Of course, that is best. But due to their budgets or lack of instruction, some may only be using one or two pieces. Конечно, это лучше всего, но из-за бюджета или отсутствия инструкций некоторые люди могут использовать только один или два продукта. Always take the opportunity to suggest adding additional pieces to maximize their results or get the intended results they want to achieve. Всегда используйте возможность предложить, добавить дополнительную косметику, дополнительные средства, чтобы максимизировать результаты или добиться желаемых результатов. Особенно, если людям чего-то не хватает, и они не получают желаемого опыта, результата. Especially if there's something lacking or they're not having the experience they would like. Особенно, если у них нет желаемого опыта. We also understand that beauty...
comes from Мы также прекрасно понимаем, что красота исходит изнутри. So just using our BTY drops to add even more value to Предложите попробовать наши леденцы beauty, чтобы еще больше повысить ценность результатов. The skin is the largest organ Кожа – это самый большой орган, который у нас есть. Our beauty line topically and our BTY drop internally work synergistically Наша косметическая линия и леденцы beauty для внутреннего применения работают вместе. If they love the beauty skincare, this is also another opportunity to add in or introduce other APL Geo drops or products. Если им понравится уход за кожей, beauty, это еще одна возможность добавить, предложить другие продукции нашей компании APL Go. To aid in their overall health and wellness Это поможет в их путешествии к здоровью и благополучию. This might also be a good time to give them options and benefits to becoming an associate and joining your organization. Это также может быть подходящим моментом для того, чтобы рассказать им о возможностях и преимуществах стать партнером и присоединиться к вашей команде. Another way to market skincare is to educate and share general skincare tips. Еще один способ продвижения средств по уходу за кожей – это обучение и обмен советами и рекомендациями по уходу за кожей. Giving useful information and helpful tips that anyone can use. Давая полезную информацию, полезные советы, которые может использовать каждый. Shows your audience you are knowledgeable. That you're a good source of information. Вы покажете своей аудитории, что вы хорошо осведомлены, что вы хороший, надежный источник информации. And enjoy helping people find solutions to maximize their И что вам нравится помогать людям находить решения для достижения максимальных результатов. People like to follow others they can learn from. Людям нравится следовать за теми, у кого они могут чему-то научиться. Here are some suggestions of general tips and tricks you could share. Вот несколько общих советов и рекомендаций, которыми вы можете поделиться. Make sure you clean and moisturize your skin both morning and night. Обязательно очищайте и увлажняйте кожу утром и вечером. Don't fall asleep with your makeup on. Не засыпайте с макияжем. Avoid touching your face. Избегайте прикосновений к лицу. Hydration is key. Make sure you're drinking Увлажнение lots and lots ключевой of water. Момент. Обязательно пейте много воды. Избегайте Avoid солнца. The sun. Use a good facial sunscreen. Пользуйтесь хорошим солнцезащитным кремом. Get Высыпайтесь. Sleep. Sleep on your на спине. Make sure you're double cleansing. Убедитесь, что вы проводите двухфазное очищение кожи. Apply products in the right order for best results. Применяйте средства, наносите средства в правильном порядке для достижения наилучших результатов. Treat your neck the same as your Относитесь face. К вашей шее точно так же, как к лицу. Don't use expired products. Не используйте просроченные средства. Your skin may purge, don't panic. Ваша кожа может очищаться, но не паникуйте. Use a mask regularly. Регулярно используйте маски. Suggest other tools to maximize your skincare that are appropriate. Предложите другие средства для максимального ухода за кожей, которые вам подходят. Show your current customers and new prospects you're someone that is passionate about beauty and self-care. Покажите вашим нынешним клиентам и новым знакомым, что вы тот человек, который увлечен красотой и уходом за собой. Someone they would like to purchase. Что вы тот человек, у которого бы они захотели покупать. This gives credibility back to you and the products you share. Это вызывает доверие к вам, к продуктам, которыми вы делитесь. People are very visual. Люди очень хорошо относятся к наглядным материалам. They love step-by-step graphics, videos, and tutorials. Они любят пошаговые графики, видео, обучающие ролики. Get a library of resources Соберите like библиотеку подобных ресурсов, чтобы делиться ими. You can even go the extra step by making your own Вы даже можете сделать чуть больше, создав собственные пошаговые руководства.
Your friends and family would ваши друзья и ваша семья будут в восторге от такого индивидуального подхода. We are so fortunate to have so many options and opportunities to market. Нам так повезло, что у нас есть много вариантов и возможностей для продвижения нашей роскошной линии красоты beauty. With what our beautiful Olga, scientists and experts have со всем тем, что создали наша прекрасная Ольга, ученые, эксперты. Для нас не будет ничего сложным. Everyone will want. Все будут хотеть то, что есть у нас, у APL GO. Social sharing, before and after pictures, sharing your story. Социальный обмен в социальных сетях, фотографии до и после, рассказ о себе. Sampling, events, upselling. Пробники, мероприятия, продажи. Educating and giving helpful tips and tricks. Обучение, полезные советы и рекомендации. Это только начало. Like our innovative, unique product, как и наши инновационные, уникальные продукты и наша бизнес-модель, the possibilities возможности поистине безграничны. Thank you so much for Спасибо having большое me. За приглашение. It's been one of the biggest honors and experiences in Для my меня business это была so far. Большая честь и большой опыт в моем бизнесе. I'm so incredibly grateful and blessed to be here and take part as one of the founding members of the APL GO family. Я настолько невероятно благодарна быть здесь и принимать участие в качестве одного из основателей семьи APL GO в США. I hope this Я надеюсь, вам поможет вся эта информация. Thank you, Olga, Sergey, and everyone here tonight. Спасибо большое, Сергей, спасибо большое, Ольга, и всем, кто присутствует здесь на этом вебинаре. Всем спасибо большое.